Это самый экологичный транспорт. Экспозиции музея по развитию железных дорог. А вообще вот в том помещении буквально можно на 5 минут зайти, глянуть. Ուշագրավ քարտեզը 1906 թվականի քարտեզն է, առաջի գնացքը ժամանեց Գյումրի Ալեքսանդրապոլ 1899 թվականին, Երևան Կայրան գնացքը ժամանել է երկարկծի պատմությունը, հայրենական մեծ պատերազմ շուրջ 20 միլիոն բեռ տեղափոխվել են, 4 երկաթուղային ստացել են Թուրքիայի միության սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում, Մարշալ Բաղրամյան։ Такие эргономические кресла, чтобы можно было ездить в поезде Wi-Fi. Wi-Fi система, да. Сейчас мы работаем, мы же протянули волосы, исполненную сеть, но вы проводили, то есть я закончу вместе с телефоном. Нет, хорошо. Все условия, полки для пассажиров. А это в двух вагонах. Он есть в двух, в трех, в четырех. Вот мы начинаем вот эту программу. Вот ваше место. Машинист? Я представился уже. Машинист первого класса Чандан. У нас выходной светофор открыт. Разрешите платить? Двери? Скорость движения 120 км/ч. Отправиться с факовым пути. Выходной 2 желтый. Выход из станции не более 40 км в час. Понятно, 40 км. За 10 лет мы реконструировали 40 мостов, 500 км. Мы реконструировали 40 мостов, 700 километров пути. Полностью модернизированы два депо. Гюмри, вот вы сегодня Ереван, вы увидите, в которых
сегодня можно производить тяжелые виды ремонта, то есть это рабочие места в Рыбнине, это до этого делалось там в Грузии, в других. По всем дорогам железным нашим? Вот. По главному пути, да, вот сейчас мы до Гюмри поедем, 100 километров. Да? Часто, да. И для того, чтобы поднять скорость до 120-140 и так далее, да, значит, нужно провести там определенный комплекс ремонта. Поэтому все в наших силах. Но сегодня эта скорость оптимальна с точки зрения соотношение скорости и расходов. На большей скорости, больше 100 км в час, если хорошая. Это стабильная скорость, это больше, чем наша. Да? Да. А возможность этого поезда сколько? 120. Это 120. Но у нас есть модификация и машина на 160 км в час. А просто она дороже. А в Батуми тоже едет, нет? Тяжелые виды ремонта, то есть это рабочие места в Армении, это до этого делалось там в Грузии и других. Впереди опасное место. Скоростные поезда могут ехать? Или нужно все? Вот сегодня здесь максимальная скорость разрешенная 100 км в час. Для того, чтобы... Это неплохо. Да. По всем дорогам железным нашим? Вот. По главному пути, да, вот сейчас мы до Гюмри поедем. Можем. Внутри Армении такие рейсы нет. Гюмри. Еще, я думаю, до Раздана тоже можно. Ну, мы едем сезонно. Тут это... Впереди опасное место. Более в Армении, там уже вся электрифицирована. Уровень безопасности. К сожалению, у нас нет возможности, чтобы до России поездом поехали в Европу и в Азию. Это вот один из вопросов, да, который... Thank you.